28 марта 1956 года. Турция. Окрестности города Аден. Свой выходной день турецкий журналист Сулейман Мелих, аккредитованный на военно-морской базе, по давней традиции начинал с чашки чая и ароматного кальяна в местной чайхане. Вот уже несколько месяцев он совмещал работу журналиста с агентурной деятельностью в пользу СССР. Мелиха не интересовала идеология. Согласившись на риск, он преследовал только корыстный интерес. Время романтиков, работающих на коммунистическую разведку безвозмездно, уже прошло. Покончив с кальяном, Сулейман вышел из чайханы и уверенно направился к нищему на углу улицы. Проходя мимо, журналист сунул бродяге монетку и отправился дальше. Монетка, которую турецкий журналист передал нищему, являлась новой разработкой советских спецслужб. На ее лицевой стороне было крошечное отверстие. Через него монетка открывалась с помощью иголки. Внутри находилась начинка, секретное сообщение. Через несколько часов донесение агента было передано в Москву. Из донесения Сулеймана Мелиха на военную базу Инджерлик прибыла группа специалистов для работы с самолетами У-2. В ближайшее время ожидается прибытие пилотов. 1 апреля 1956 года. США. Штат Аризона. Город Феникс. Военный летчик Фрэнсис Пауэрс вошел в холл гостиницы. У него было отличное настроение. Вчера в штабе ему намекнули, что им очень заинтересовались представители спецслужб. Ему хотят предложить какую-то важную высокооплачиваемую работу. Наконец-то он сможет обрадовать свою дорогую жену Барбару и устроить ей жизнь с комфортом, о котором она так мечтает. Летчик подошел к номеру, где у него была назначена встреча. Дверь открыл незнакомый человек и пригласил Пауэрса войти. Пауэрс не обладал особыми талантами, но был техничным пилотом. И этого оказалось достаточно для новых работодателей. Вербовщики сразу сделали своему гостю серьезное предложение. Полеты на более совершенном самолете и зарплату размером в $2500. Пилот должен был совершать полеты вдоль границ Советского Союза с целью сбора секретной информации. Пауэрс, не раздумывая, согласился. Из досье ЦРУ. Фрэнсис Пауэрс родился в городе Паунд, штат Вирджиния, в семье сапожника и домохозяйки. После школы работал инструктором в плавательном бассейне. В октябре 1950 года поступил на службу в военно-воздушные силы США. В апреле 1956 года подписал договор о сотрудничестве с ЦРУ. Пауэрс всегда имел одну страсть. Он любил деньги. Это, может, не такая плохая страсть, она свойственна, так сказать, и многим людям. И как военный летчик, он сначала был там старшим лейтенантом, потом капитаном, он получал, как он считал, очень скромную зарплату – $700 США. И вот здесь это его раздражало, и Пауэрс абсолютно добровольно, без всякого нажима, без всякого шантажа, он согласился работать на ЦРУ и стал пилотом ЦРУ. После заключения договора о сотрудничестве с ЦРУ для Фрэнсиса Пауэрса начался период тренировочных полетов за штурвалом У-2. Вместе с ним в тренировках участвовало еще 29 пилотов. В июле 1956 года подготовительный этап завершился. Американская разведка подошла вплотную к новой стадии в шпионской войне против СССР. Из донесения советской резидентуры в Турции. С военной базы Инджерлик начались первые разведывательные полеты самолетов У-2 к границам Советского Союза с Турцией, Ираном и Афганистаном.
когда первые полеты состоялись, они просто даже пугали наших, соответственно, летчиков. Был очень интересный случай. Один из летчиков заметил этот самолет на большой высоте, но он все-таки ему удалось его разглядеть. Он, когда приземлился, он подробно описал его. Ему не поверили. Потом, когда доложили конструкторам, может ли вообще такой быть самолет созданный, может ли он летать, те сказали, нет, такого самолета существовать не может. Ну и летчика списали. Потом прошло несколько лет, и выяснилось, что действительно такой самолет существует, и он реально, в общем-то, может выполнять вот разведывательные задачи. 28 августа 1956 года. США, Кэмп Дэвид, резиденция президента. Эйзенхауэр сделал точный удар, шар аккуратно скатился в лунку. Погода для гольфа была идеальной, но игру пришлось остановить. К президенту присоединились госсекретарь США и директор ЦРУ. Гости принесли папку с подробным отчетом о первых полетах У-2, и Эйзенхауэр стал просматривать его прямо здесь, на поле для гольфа. Если эти данные о местах расположения приграничных стратегических объектов достоверны, то он оказался прав. Воздушная инспекция – весьма эффективный метод сбора информации. Теперь Эйзенхауэру даже не нужно согласие Хрущева. Президент закрыл папку и сделал распоряжение. Готовиться к разведывательным полетам вглубь советской территории. Белому дому нужны данные обо всех стратегических объектах СССР.